Иордания включила Севастопольский государственный университет в число признанных иностранных высших учебных заведений для всех научных степеней по очному обучению, сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на письмо посольства королевства. В письме, адресованном ректору университета Владимиру Нечаеву, отмечается высокий уровень фундаментальных знаний, которые получают выпускники вуза. Кроме того, иорданская сторона выразила благодарность коллегам из Севастополя за сотрудничество. Решение о признании СЕВГУ вынесено Министерством высшего образования и науки Иордании. Теперь вуз получит право приглашать студентов из этой страны и создавать совместные программы с вузами королевства, рассказал журналистам начальник отдела международных отношений Управления по международному образованию и сотрудничеству СЕВГУ Игорь Гольцов. В перспективе также будет организован академический обмен преподавателями и студентами, а затем выпускники СЕВГУ смогут работать на территории ближневосточной страны. Визит ректора СЕВГУ в Иорданию состоялся весной этого года. Владимир Нечаев встретился с министром высшего образования и науки и министром культуры королевства. Стороны обсудили сотрудничество в реализации совместных образовательных программ и научных проектов и академические обмены между Севастополем и Оманом.